надели на голову шапку и правую корону, миллионы девушек в Советском Союзе, во всех союзных республиках массово записывались в шапку на сердце. Вот это сделал один человек. Но он встретил Катринович. Огромное вам спасибо. Ну а сейчас мы, я думаю, сделаем правильно, если забудем о рангах, и попросим открыть наш турнир своим коротким приветственным словом. Вас, нам интересно. Спасибо за внимание. Еще раз спасибо всем. Я хочу поприветствовать присутствующих. Когда мы позвонили Сергею Анатольевичу, позвонили, пригласил приехать и присутствовать на этом открытии, я согласилась, потому что шахматы до сих пор. Я хочу дети, чтобы слышали, для меня до сих пор это большое удовольствие. Вся моя жизнь связана с шахматами, но как бы я не трудилась, какие бы ни были сложные времена, шахматы – это для меня было все. Это было радостью. Я хочу детей, которых я вижу здесь, очень большое количество, тут разный возраст, самый маленький и так далее. Это такие турниры должны быть праздником. Безусловно, потому что будет больше таких турниров, тем они легче будут расти, они будут проявлять свой спортивный характер, они должны улучшать свои качества, так сказать, и спортивных результатов. Но главное, они должны не забываться об одном, они должны удовольствие получать от этого. Тогда результаты обязательно будут. Я хочу пожелать всем творческой игры, побольше таких турниров и будущих спортивных достижений. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. У нас сейчас...